В минувшие выходные глава Каспийска Борис Гонцов при содействии помощника Арсена Базаева и финансовой поддержки руководителя Общественной палаты Каспийска Альберта Ахмедова организовал для инвалидов-колясочников города незабываемую экскурсию в комплекс отдыха «Главрыба». Люди с ограниченными возможностями здоровья впервые побывали на данной локации. Несмотря на то, что туристическая точка находится относительно недалеко от Каспийска, инвалидам-колясочникам этот путь преодолеть не совсем просто. Как отмечают люди с ОВЗ, для них подобные поездки – это настоящий праздник. В Главрыбе им провели экскурсию, накормили вкусным обедом, а также доставили до места отдыха на комфортабельно специализированной машине. Отметим, что это не первая подобная поездка. В прошлом году инвалиды-колясочники побывали на Черкесском водохранилище и Сулакском каньоне.